Доброго всем гопника, господа. С вами снова Рима. Сегодня у нас очередная серия игры под названием Arma 3 Altis Life. Админские будни. Осторожно, сейчас проверяет ваше РП. Ну что ж, дорогие друзья, будем проверять пюрешечку прямо на этом невероятном танке. РП в каждый дом. У вас с доставкой на дом. Доставка, кстати, бесплатная, акция и все такое. Будем по ТХ-ночку. Да, ездить, кататься и всех проверять полностью. Надеюсь, мы нарвемся на гопников. Не произойдет, как в прошлый раз, когда меня гопники чпокнули, убили и все такое. Ну что ж, погнали, посмотрим здесь, что происходит. Кстати, вот соляная шахта. Рабочие там. Там рабочие, ребята. Сейчас подъедем, пообщаемся. И самое интересное, прямо сейчас происходит прям нереальная пюрешечка. Две группировки схлестнулись друг с другом. Там такие выстрелы, шмыстрелы. Туда-сюда, одна у Манау. Кстати, я могу тпшиться на месте? О, вот так вот могу тпшиться. У-ху. На месте Римас, читер, тпшится. Админка пользуется. Давай вот сюда вот тпшимся. О, вот так вот, нормально она. Надо бы люк открыть, я вам скажу. Как бы люк открыть, подожди. Выглянуть наружу. Вот моя башка. РП в каждый дом. Выключить. РП, РП, скидка. Нужна кому РП? Они меня не слышат нихера. Ладно, придется выйти. А руки вверх, это ограбление. Давай, до свидания. Здорово. А вы что молчите-то? Вашу душу мотал. Не слышно, блин. Вот, сейчас слышно. А вы что, пользуетесь другой связью, что ли? Нет, я за это депортация, прямо вот туда улетите. Я нажимал по-эльфийски на другую кнопку. Мы эльфийский? Что за игра, эльфийский? Опять сабнатика обкурились. Здорово, здорово, здорово. Да мы соли обожрались тут. А, ну это нельзя, это прям нехорошечно. Че, гопники, шмопники есть? Да мы только приехали, пока еще не было, слава богу. Мы думали, что ты гопник. Я гопник? А что мне гопать-то, вас-то, бедолаг? Ладно, если бы на Мерседесе сюда приехали, можно было подумать. А не, так мы нет. Вот эту тачку нам дали, это не наша машина. А, ну вам дали поработать, все такое, аренду, да, короче? Ну да, мы должны будем вернуть 40 тысяч, мы должны за нее еще. Ну смотрите, если не вернете, знаете, что будет. Ну да. Вот, ну давайте, ребята, удачи. Да, давай. Давайте. Проезжать мимо будете? Проезжайте мимо. Так, это новички. Пик-пик. Нормально, так. Назад отъехал. Ну что ж, ребят, погнали дальше. Короче, пюре будем проверять. Туда-сюда, ноу-манау. Посмотрим сейчас. Давайте хотя бы отъедем, хотя бы вид создадим, что мы отъехали, да? За кустик. А, вот за бугор можно отъехать, в принципе. Так, соляра у нас, в принципе, хорошечный. УАЗ 228 называется. УАЗ хорошечный. Если вы не заметили, в левом верхнем углу почитайте. Хорошечный. Так и называется. Танк. Танк хорошечный. Просто невероятный. Так, там вовсю пюре происходит. Мы сейчас, наверное, отсюда его заедем. Вот отсюда его заедем. Вот так вот. Опа. О. Так, ага. Так как боевые действия здесь происходят, придется вот так вот ехать. Уж простите. Можно, в принципе, выглянуть наружу. Во, так будет намного лучше, да? Все. Здесь очень хорошечная пирожечка происходит. Римас, не говори хорошечный. Вот, и будем просто ездить, кататься. Скорее всего, по мне сейчас будет херачить. Я надеюсь, меня здесь не чпокнут. Так, мы закрыли танк, на всякий случай, а то вдруг его еще взломают, угонят. Такую пирожечку потом замутят. Подождите, здесь вот кто-то рядом, да? Вот. Во! Пюрешка прям жесткая. Слушайте, может быть, нам вмешаться? Римас в РП вмешивается. Сейчас эти ребята так удивятся. Ну нагер! Что тут РП происходит-то? Они, наверное, в шоке, ну. Слушай, на БТРе прям вообще. Вы что думали? Вы на БТРе? Я в танке, ёптать. Мне похрен мороз. Интересно, догоним их? Давайте попробуем догнать. Тут, получается, две группировки херачатся, как я уже говорил ранее, между собой.
Давай, ребята, в кустик, в кустик, в кустик. Опа. Тихо. Тихо. Тишина. Тишина. И темнота, друг полудюр. Ну, смотрите, давайте с одним условием. Я не буду ни в кого стрелять, ничего. Но если я увижу, кто-то по мне стрельнет, тому пипец будет. Может, в принципе... На нахер! Я ничего не делал. Я ничего не делал. Как они... А, они его, походу, это... Если сейчас кто-то по мне стрельнет... Нормально так в ВП катаешься, БТР больше нет. А я тут при чем, ёптать? Я вообще твой БТР не трогал, но один раз стукнул и все. Я вообще здесь не... Походу сейчас пойдут обвинения. Римас наш БТР взорвал. Давай, до свидания. Вот это жесть. Вот это я понимаю. Все, сейчас пойдут обвинения. Шмобвинения, но мы все видели, что я даже ни разу не стрельнул. Так, ладно, давай еще раз. Уважаемые граждане, для того, чтобы сделать заявление в полицию, либо сообщить о правонарушении, вам необходимо нажать на клавиши Shift-O. О. Давай Shift-O. А в красной зоне полный П. Много стреляют. Ну давай, посмотрим. Оп, полицию отправили. Связь не засунут, так как у вас нет телефона. Спасибо. Просто не... Давайте телефон купим хотя бы. Подожди, там на заправке по-любому должен быть телефон. Должен быть телефон продаваться, ребята. По-любасу. Слушай, а интересно, мы можем танк заправить? Тихо-тихо-тихо. Главное не взорваться. Тихо. Сейчас пойду обвинение, типа я кого-то убил. Это просто жесть. Вон, админ уже летает наш. Ара-ара-ара летает. Так, заправиться здесь не получится, да? Получится заправиться, нет? Да, мы заправляем. Всего лишь 3 литра сожрал. Что-то мало. Очень мало. Берет. Это шняга. Так, у нас тут магазин есть, да? Магазин 24 на 7. Так, у нас нужна рация. Так, 24 на 7. Берем, наверное, вот это вот. А, у нас недостаточно денег. А, я же без денег, ёптать. Мне надо банкомат. Поехал в банкомат тогда, ладно. Хер с ним. Открываем шнягу. Посмотрите, ребят, какой интерьер красивый. Просто невероятный. Так, это... Хорошо. Блин, когда ты в танке, вообще похрен мороз. Чё происходит? Как происходит? Слушай, а где мы вообще застряли? Где я? Я вот здесь нахожусь, да? Все на меня смотрят. Ладно. А могут, кстати, и по мне сейчас стрелять. Ребята. Я просто РП-куратор. И я не вмешиваюсь никуда. Никому ничего не делаю. Давайте сюда проедемся. Я хер его знает, куда еду. Я вообще ничего не вижу, ребят. Нам надо вылезти наружу. Тихо. Но если сейчас кто-то по мне херанет, то простите, пожалуйста. Так, здесь кто-то уже валяется. Слушай, а может быть гопнуть кого-нибудь, а? На танке. Хотя мы хрен кого догоним. Не, я же не гопник. Римас, ты в РП вмешался. Ты у всех убил, Римас. Так, здесь валяются, здесь валяются. Кто двигается, кстати? Вон, двигаются, передвигаются, смотрите. Вот это можно, в принципе, удалить. Вот сюда доехал. Там кто-то зашкирился. Снайперек, наверное, какой-нибудь. Со снайперской винтовки. Ну, я имею в виду снайпер со снайперской винтовки. Так. Главное, чтобы по мне маслина не прилетела.
Подожди, там мне кажется, кто-то меня преследует. Не, мне показалось. Нормально, говорит, ты там вмешиваешься в РП. Убил, говорит, нас. Взорвал наш БТР. Дизлайк, отписка. Давай, до свидания. Я еще ни разу не стринил, кстати. Так, наружу. Вот это будет жестко. Чувак, ты что, по мне стреляешь, что ли? Что, ребят, стрельнуть? А? Не, не надо, да, стрелять? Я так хочу стрельнуть, но нельзя. Давайте хотя бы предупредительный, что ли, дать в воздух. Не-не-не, этот, будут этот. Вот так вот. Пошла мазут она. Так, ладно. Поехали обратно. За водителя. Поехали дальше. Вот сейчас, наверное, бомбят. Жестко, жестко бомбят. Так, вот эту вот удалить надо. И у нас еще где-то была точка. А вообще можем, в принципе, удалить все маркеры. И знаете что? Вот, вот сюда можем приехать. Так, оп. Давайте лучше на мониторы будем смотреть. Вообще, арбушечка классно, да, реализована в плане военной техники. Только вот здесь физика работает, только единственное, пока что не ввели. Или уже ввели, вроде бы кто-то обещал. Что, типа, даже ветер, скорость ветра будет влиять на траектории пули летающие, да? Сейчас по мне маслина прилетит, по-любому. Из РПГшки. Так, не задавить бы его, главное. Так, он уже задавлен, кстати. Римас, ты его убил, давай, до свидания. Короче, РП-куратор. Нормально так, без разговоров, просто катаюсь. Просто они каждый день вот на этой территории перестреливаются. Это получается сектор 7, с кем они перестреливаются? Так, сектор 7. Тобирама какой-то еще тут валяется. Вот Ашот ездит на УАЗике. Ну, ребята, вы все видели, я никого не убивал. Покамись. Прессус там кто-то ходит. Пешком. Даже бегает. С РПГшкой, да, по мне? Давай, Прессус. Бей! Не стреляет, молодец. Я бы хотел, конечно, чтобы по мне РПГшкой херанули. Ну тогда херачили, да, несколько раз, не попадали. Вот, ну может, рано или поздно может прилететь. Хрень. Так, ладно, давайте. Тут, в принципе, нам... Они тут еще долго будут мотаться, кататься и все такое. Я бы, наверное, объявил военное положение. Объявил военное положение. Феникс. Нас не Феникс. А вот там еще пюрешка, смотрите. Ну-ка сюда прилетим. Я прям перед ними, да, улетел? Римас, админка пользуется. Это не РП. Ты загубил сервер, это РП. Так, здесь у нас новое военное положение. Пюрешечка прям жесткая. Так, главное, чтобы... В принципе, это же танк, ему похрен мороз, даже если я врежусь куда-нибудь. Во-во-во-во-во-во, БТР, БТР еще. Давайте, давайте, да. Второй, может, БТР взорвем.
Вот просто мимо него проедем, он сам взорвется. Посмотрите, ребята, какие ребята классные прям. На батарее, на ПТРе катаются. Мне кажется, надо будет забраться обратно внутрь в танк, чтобы нас никто... Чтобы хотя бы шальная пуля не прилетела. Сейчас они там, наверное, в шоке. Сейчас будем требования кидать. Забраться внутрь. Ни хера ничего не вижу. Вы что, видите? А, давай, давай нужен. Ни хера ничего не вижу. Я тут уже все деревья, наверное, повалил, да? Куда они ушли? Без админки вообще никак. А, они уже вдоль берега пошли. Без админки Римас не умеет играть. Естественно, я прям сейчас жду, чтобы по мне кто-то пальнул. Их! Хорошая идти на прям. Просто катаемся. Просто катаемся, ребят, пока никого не трогаем. Ну так охота прям, а? Так охота. А они с кем масляются, кстати? Иван, Иванов, Кирилл, Сергей. Кстати, ну баг потихонечку уходит. Невероятно уходит. Здесь тоже от третьего лица не работает, потому что у нас идет военное положение. ВП. РП в каждый дом, ребят. Сейчас будем заставлять. Вы находитесь на боевых действиях. Вид от третьего лица недоступен. Так я еще и с админкой. Я уже вижу. Ёптать, я тебе не задавил. Чувак. Че, охерел, что ли, ёпты? Ты че, ёпты, блядь? Братан, я тебе ничего не... Ах ты, сука. Забраться внутрь, ну. Он вообще охерел. Кстати, он по мне попал, а этот дамаг не пошел. Может быть, у меня этот идет? Чё, братан, тобе пизда. Или ладно, не будем. Ладно, не будем, короче. Да нахер надо, да, ребят? А то обидится реально. Не будем. Нихера себе он берега попутал. Или я его так напугал? А? Он реально берега попутал. Или стрельнуть? Рима, стреляй! Эх, ладно, не будем. Там кто летает? Напугаем его немного. Я могу прям сейчас стрельнуть, реально я могу. А, он руки поднимает, что-то делает. Или танцует, или что он там? Он танцует. Ну ладно, хорошо. Ставим ровно. За водителя и обратно. Вообще охерел? Ничего себе. Просто берега попутал, Вася. Так. Едем дальше. Удалить все маркера. Кстати, здесь лучше будет желтый маркер. Вот так вот, чтобы было конкретно видно, Вася. Конкретно, чтобы было видно. Эх, ну охота, охота, конечно, так чпокнуть кого-нибудь, а? Эх, как охота. Ну ладно, он по мне стрелял, он, наверное, ну, как бы немного, небольшой испуг получил, по ходу дела.
Сейчас я ему устрою пандемию, ёптать. Еще война... Да вы что, охерели, что ли? Где они там еще войны положили? Здесь, здесь. А, ну, в принципе, в двух местах. Несколько раз военное положение сделали. Я его не задавил хоть? Назад дадим. Кстати, а как назад посмотреть? Ну, короче, на измене, чувак. Блин, охота, конечно, гопников поймать именно, наказать, как тогда. Чтобы было все хорошечно. Он, наверное, на измене, да? Здорово, бро, не бойся, не бойся. Не бойся, не бойся, нормально все, нормально. С кем вы воюете? Не слышно его? Ну, я знаю, что когда ты в танке, тебя не слышат, и ты тоже никого не слышишь. Здорово, бро! Слышишь меня? Ах ты, сука. А, это по нему работают. А, это по мне работает, смотрите. Добраться внутрь. Ну, ребята, я... Честно, я очень мирно работал. Я вообще никого не трогал, если честно. Вообще я никого не трогал. Реально, вы это видели. Вот в этот раз реально я чпокнул чувака. Чуваков. Ну реально, я никого не трогал. Вы видели это. Они по мне работали. Все. Как бы здесь все по чесноку. Пишите в комментариях. Нужно было это делать или нет. Реально, ребята, я никого не трогал. Вот прям Валерой клянусь. Прям реально. Сейчас будут очень много вопросов в мою сторону. Давайте лучше отъедемся. Все, хватит. Получил дозу. Ну, конкретно, вот по танку стрелять, это как-то так. Ну, админ вообще охерел. Охерел, если честно. Он реально охерел. Огонь был на поражение. Все, даже уже сняли, походу, военное положение, да? Хотя я с админикой, да, все такое. Ну, реально, я никого не трогал. По мне стреляют. Что надо делать, вот когда по тебе стреляют? Ответку давать, и все. Тем более я в танке. Зачем по танку стрелять-то, вы скажите? Я никого не трогал, просто катался. Я знаю, что в военном положении. Я никого не трогал, просто интересовался, катался. Так, ладно, нам надо от седого убираться. Где я там? Все, я уехал. Даже полбака мы еще не зажгли, да? Еще там кто-то в нашу сторону смотрит. Давайте пока что с полицией погоняем. Я жду, чтобы полиция по мне тоже стреляла. Хотя тут, наверное... Здесь можно уже вот так, да. Смотрите, ребят, полиция катается здесь. Полиция катается, вот так вот сделаем. Опа. Опа. Интересно, как они себя поведут. Давайте их гопнем. Гопнем полицию. Полицию гопнуть надо. Они что-то встали, да? Они что-то реально тут встали, да?
назад сдают. А иди сюда. Блин, почему требования? Почему показ нет техники? А? Ты чё, охерел что ли? Давай, делай! Ну-ка, давай, стрельни. Слушай, ну в лоб он не берет его. Смотри, еще раз, он не берет в лоб. Подожди, может у меня годмод на вейкл стоит? Нет, на вейкл нет годмода. Еще раз, ну-ка. Сейчас, подожди. Ты живой? Блядь! Еще раз стрельни в лоб, стрельни еще раз. Чувак, еще раз в лоб, стрельни в лоб. Да, у меня нету больше. А, что-то вообще нет никаких повреждений. Ну, в лоб, походу, не надо. Надо в этот... Танк. Да, это хорошечный. Не хороший, а хорошечный. Блин, а почему он не взрывается, кстати? Ну, в лоб он хотя бы повреждения должен нести. Ну, нихера. Специально, может, такой танк сделали именно для вас? Нет. Он как бы его взорвали уже. Подожди, а как это-то? Вообще нет зарядов, да, больше? Mm-mm. Сейчас, подожди. Магазин. Одежды. Сейчас, ребят, посмотрим. А, у меня же бабок нет. Плюс давайте вот так вот добавим чуть-чуть денег. Римас чатерит. РПГ. Берем. Давай мод 1. Давай в корзину добавить. Давай 2 заряда хотя бы. 1. Так, это у нас перезарядка. Нашли человека? Водите? Хозяина танка. Кто хозяин танка? Кажется, он. Я! Оба-на. Гражданин, откуда у вас такая техника? Это я, этот... Уберите, пожалуйста, РПГ оружие. Еще. Нет, это, понимаете, я тут пюре развожу, просто проверяю пюрешечки разные. Сейчас пюрешечку проверим. Что, у вас есть... Не надо на штрафстоянку, вы что творите? Не надо. Все, пока. Сука. Смотри, на нахер, ёпта. Ух ты, сука. Тихо. Сваливаем. На нахер. А что я? Кстати. Тихо, вот год поту я полностью убрал. Ах вы, суки. Я сейчас их разнесу. Нормально же общались, да? Ладно, давайте по чесноку уберем маркеры. Вот, все. Где тут джип, ну? Вы что, охерели, что ли? Выше. Меня выше. Сука. Все, я сдаюсь. Давай ко мне в гелик. Куда в гелик? Вы что делаете, ребята? Я пюречечко развожу. Танк, это... Ребят, танк, удалите. Штрафстоянку, да? Да, конфискуйте его полностью, да. Да, конфискую. А
чтобы в руки не попал никому. Помогите! Эй, мы же нормально общались, что вы начали? Вы стрелять начали по сотрудникам, это угроза жизни. Так вы по мне начали шмалять, конечно я буду стрелять. Ну потому что вы угрожали полицейским. Я же холостыми стрелял, чтобы так, чуть-чуть предупредительный. Пол ангара разорвало, сотрудники в шоке. Так это просто... Вы же понимаете, придется теперь деньги на тусы тратить из смены портков. Звуковая волна, у вас же бюджет есть, потратите, ничего страшного. Все контуженные конкретно. Этот, спроси насчет танка, там убрали его полностью? Да, убрали. Вы убрали танк? Вы мне скажите, как вы мне с танка вытащили-то? Ну, мы вскрыли при помощи пусков. Ага. У вас на люке были замочки. При помощи отмычки, да, скажите, танк, люк вскрыли? Нет. Люк изнутри закрывается, как вы его вскрыли? Ну, мы при помощи ПРПГ взорвали вам замочек на... и открыли люки и достали вас за шкиру. Я прям пюре развожу, так... понимаете? Я развозчик пюре. Сейчас пандемия, шмандемия, все... Надо, сейчас все дома сидят, короче, пюре развожу. Полные трусы пюре у нас, угу, спасибо. Ой, блин, уважаемые жители... острова Рима, собираясь в дорогу, не забывайте взять с собой все необходимые для первой медицинской помощи. Хирургический набор, у него половину. Бинты, болеутоляющие, нет, он сказал, морфин. Конфискуйте его. Ну, желательно ну, вообще его убрать полностью, удалить. Просто все, на свалку. Ага. В сфере уровень игрока. Что, мастерство? О, я уже мастер 4 уровня. Товарищ, вы помогите, задержаны. Ребята, помогите! Ой, это менты тоже. Вы задержаны, вы имеете право к молчанию, все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Также вы имеете право на адвоката, который может присутствовать на следствии. Вам ваши права ясны? Вы мне скажите, как мне адвокат сейчас в данный момент, в данной ситуации поможет? А я вам сейчас помогу. Вы только, пожалуйста, свой у полицейский... У нас есть полевые медики, полевые... У меня тут аномалия бывала, кстати. Почему-то меня депортировал недавно. Можно мне полевого на ПУ? Я на вас гахский суд буду жаловаться. Хорошо. Чё вы меня на асфальт выкинули как-то? Оружие подсунули мне, блин. Конечно, ну да. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне хреново. Сейчас подлечим вас. Полевой медик подъедет. Понимаете, что РПГ придется сдать. Здравствуйте. Здравствуйте. Полевым, вот мажетончик, можете ознакомиться на стенгазете в разделе МЧС. Попробую вас реанимировать. Остальные все сотрудники, отойдите, пожалуйста, занимайтесь. Серьезные ребята. Да, ребят, спасибо, что помогли, подвезли. Все, я могу идти? Сейчас вот мне помогут просто чуть-чуть. Тампонами дырки закрою, главное. С большой иголкой. Не надо большой иголкой. Давайте хотя бы как... Тампон не туда засунул. Давайте тот шприц как Никулину. Вот, нормально. Все, я пошел. Нет, к сожалению, сейчас мы быстренько с вами беседу проведем. Какую беседу? Вы что, о чем говорите? Я пюре развожу, понимаете, пюре. Пюре? Да. Ну сейчас вы нам на участок пюре отвезете, давайте. Мы вас отпустим. На всякий случай, мы сейчас никоденем, чтобы... Да, мы давно не ели. Да ничего, не надо мешок надевать. Мне сейчас реально никто не видит вас. В данный момент никто вас не видит. Да. Можете убрать его. Всевидящего. Так, ребят, что, я могу идти? Спасибо. Здравствуйте. Пока. Здравствуйте. Мы тут посмотрели, да, вот наши документы за заместитель директора АНБ. Посмотрели по базам. Приносим свои извинения. Оказывается, вы являетесь у нас агентом под прикрытием ЦРУ. Вот, я да. Смотрю, вы числитесь, да, у нас в организации полиции, но под прикрытием. Просто я кадетом, шмадетом не стал говорить ничего. Все понятно, поэтому вас и забрали сюда. Надеюсь, у вас мирные цели по использованию спецтехники, которую вам государство предоставило. Прям не наесть мирный, вот поверьте мне на слово. Мирнейшие. Ну да, да, мы посмотрели, у вас там ранение революционеров, вас послали сюда бороться с преступностью, я так понял, к нам выселение. Я вам расскажу, как это происходило. Я просто катаюсь, никого не трогаю. И тут, короче, проезжает БТР и начинает по мне палить. Ну, в танк, понимаете? Вот. Ну, он... В принципе, да, понимаю. Да. А вы в этот момент пюре везете? Есть... Я везу пюре, она горячая, она остывает. Ага. С доставкой на дом. Принято. Ну и вот. Как БТР-то хоть подорвали? Ну, как бы да, от него ничего не осталось. Ну, пришлось, потому что
по мне начал палить, я просто дуло повернул и стою. Он палит продолжает. Ну, думаю, ладно, раз ты продолжаешь, давай. Короче, вы чьё-то пюре подожгли, да, я так понимаю? Да-да-да, чуть вот, поджарилось. У двоих сейчас там поджаренное пюре, да? Немного, ну, да. Вот поверьте, сейчас будет на стен газеты очень много поджаренных пюре. А вы в какую сторону будете сейчас ехать, чтобы мы знали, чтобы наши, как говорится, наши две структуры не пересекались? Ваша ЦРУ, а наша НБ. Ну, я обычно катаюсь, где красное пятно. Ну, там и катаюсь. Пятно. Да. А, вы нейтрализуете, да, вот это? Да, да, я пытаюсь как-то, чтобы ребята мирно жили, они начинают по мне палить, потом, ну, приходится... Давайте мы ваш тогда позывной внесем в базу данных. Какой у вас позывной? Шримас, пюре с доставкой. Шримас? Да. Пюре с доставкой, да? Все принято. На дом. Хорошо, мы вас не будем задерживать, отпечатки откатали на всякий случай, может быть, у вас поддельные документы, но надеемся, что они все... Давайте, все давайте, ребят. Давайте, да, отпускаем. Слушайте, потом надо будет завтра этот, как его? Ну вот, вам транспорт предоставить? Да нет, нет, не надо, я сейчас этот, за бугор и все. За бугор, понятно. Вот, можете отпускать, в принципе. Сейчас отпустим вас. Пойдемте, вам дверь откроем. Да, я думаю, что тут. Пюре, шмуре, туда-сюда. Блин, хотел танк проверить. Ладно, давайте, ребята, в следующей серии посмотрим, как танк вообще пробивается, сколько стороны. До свидания. Так, а где я, ёптать? Ну, посмотрим. А, вот здесь я. Понятно. Понятно. Хорошо. Отпустили меня, отпустили. Так, нам надо от оружия избавиться как-то, да? Не, мы можем, знаете, вот так вот... Чипуль, сделайте все. Либо вот сюда чипуль, и все, ептать. Давай, до свидания. Ну что ж, господа, это была очередная серия админских будней. Мне кажется, спорный вопрос, да, в плане того, что Римас, ты беспределом занимаешься. Ну, чувак по мне стрелял, я дал ответ на огонь, и все. А первый БТР, который взорвал, он сам взорвался, я вообще не трогал. Вообще не трогал. Он просто и взорвался. Его, видать, подорвали, а все подумали, что это танк его подорвал. Все, хотя в тот раз вообще ни разу из танка не стрелял. Надеюсь, на гопников мы нарвемся в следующей серии. В этот раз мы не нарвались, мы нарвались на профессиональных повстанцев. Вот, это более серьезные ребята, я вам скажу. И все такое. Пюре мы не доставили в этой серии, я вам скажу. Вот в первой серии про танки пюре, там реально мы доставили пюрешечки и все такое. Кто не понял прикол про пюре, посмотрите предыдущие видео и стримы, и вы все поймете. Всем удачи, играйте хорошие игры. Встретимся на острове Римас РП. Ссылка, кстати, в описании. До скорых встреч.